Игорь, ты такие вещи вспоминаешь, это изумительно просто. Ну, я к Новому году, вон, вижу, елки стоят уже. Ты помнишь, вот тут, вот как раз возле почты, справа от машины, стояли ларьки? Что я не помню. Буцин ларек стоял на хвосте вот здесь. Да. Самый крайний. И что, от Жириновского в автобус залезали люди, выпейте, да. И голосуйте. Да, да, да. Да. С водкой, да. Прямо заходили. Да, с водкой. Это 95-й год было. Я хуй не знаю, когда... А когда он приехал в Ярцево, на 9 джипах, ты говоришь? Да, на 9 джипах, я сам видел, может быть, это самое... 9 джипов черных, он сюда заехал, И знаешь, кто был, это самое, член, как его, ЛДПР, он деньги давал. Он давал всем старухам, я читал. Иван Андреевич Ефименко, мой, ну и друг, и враг, он журналист такой был, подлый. Вот он вышел, Жириновский, говорит, старуха, говорит, на. Я удивляюсь, как он клубнику продает, нахуй. Ты же не видел, нахуй, по телевизору?